Дорогие друзья, Новый год у нас с вами начинается, и одна из первых тем – это тема завершения, решения вопроса, связанного с оказанием помощи обманутым дольщикам. Многое сделано в прошлом году, самое главное – запущены механизмы. Хочу сейчас сказать о том, что в текущем году мы эту работу постараемся выполнить максимально эффективно. Она будет касаться 10 домов, которые будут достраиваться силами правительства Саратовской области. 16 домов у нас уже в программе Дом РФ и оказанием помощи стороны фонда обманутых дольщиков было запланировано. Здесь и компенсация, и средства на достройку. И вот еще появились 3 дома. Это «Белый сокол», это «Жемчужина» и строительное управление номер 164. Учитывая, что область не может самостоятельно решить эти вопросы, обратились с просьбой поддержки. Мы этот вопрос обсудили в конце уходящего года, и найдено решение, которое позволит оказать помощь и обманутым дольщикам этих 3 домов. Итого у нас 29 домов, которые будут в рамках программа оказания помощи охвачена работой. Это где-то около 3000 семей, поэтому надеюсь, что мы и дальше с вами будем эффективно выстраивать коммуникации и постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы вот по этим 29 домам решения были до конца года приняты как по достройке, так и по выплатам компенсации. И мы проблему, которая охватила, как вы видите, если взять с самого начала ее решение, около 80 домов, должны будем закрыть. Надеюсь, что у нас в будущем не будет обманутых дольщиков и самой проблемы.